напали на меня. Да всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем великую бойню. Хотя нет. Да похер, я... Нет, все, пацаны, у меня один ТВ на теха первый. Кёльн, уходи оттуда. Кёльн, иди к нам. Я в Польшу побежал. Зачем? Кто это? Все, быстро в Париж. Я стою в Париж. А мне уходить стоит? Нет, ты не стоишь. Это австрияк ставит 15 тысяч в Неверс. Кто там, кто тут еще рядом? Флора, Польша, 13к не держи. Польша, там. Польша, смотрите, Польша. Ребят, стопэ, всего, стопэ, я стопэ. отобью и иду. Они не пробили. Разбивайте эту хрень побыстрее. Бавария, иди к нам лучше. Они хотят Кёльн вывести по миру. Ну пофигу. Сочувствуем. Ну, мы никак не можем пройти к Кёльну. Ой, кажется, они ко мне идут. Передайте все провинции. Кому Франции? Франции. Какого черта Венгрия? Навару мне можно, пожалуйста? Навару тебе? Венгрия, ты игрок? Ходишь в твою. Передам тебе, ладно. Пусть Кёльн выходит по белому миру. Кёльн может. Да, Кёльн, выходи, пока у тебя есть возможность. Польша, выйди из этой провинции, я здесь поставлю. Кёльн, выходи по белому миру, короче. Польша, иди в Каус. Каус. И... Да. Так-то я просто... Кёльн, выходи по белому миру быстрее. Да, в Каус. Нет, все, стой, да. Да, просто белый мир отправляешь, и все. Лол, они ко мне привели войска. Ну круто. Они не принимают. Иди, на паузу быстро ставь, и Вити говорит. Где сбили меня? Так, на паузу, что, выпускать Кёльн? Витя, они не хотят принимать. Так, вопрос, у Кёльна счет военный какой? Ноль. Все приняли. Да все отключили. Хорошо, отлично. Так-то у меня не ноль был, у меня дофига. Он мне Неаполь столицу предлагали захватывать. У тебя ноль было, я уж посмотрел. Не минусовой счет? Нет, у него было просто ноль. Ну и хорошо. Ну и отлично. Ну им нет никакого смысла не принимать этот. Я лучше все крепости подключу. Пацаны, ну как бы у меня 10-12 тысяч на моих землях. И они рядом с моей столицей, если что. Я веду к тебе. А, ну все нормально. Это Польша, подойди, встань в провинцию Чарулайс. Это провинция южнее армии Франции. Ребят, выводите Бургундию из войны. А мы столицу берем уже. Давайте, выводите ее и кидайте ей. Так Бургундия вроде, а не Испания. А сколько у нее счета? Сколько счета? Они провки перехватывают, которые я здесь захватил. Стабхиты потом. Нет, все окей, захватывай. Стабхитами его закидаем, короче. Потом закидайте стабхитами. Я, если что, до 20 счета выйду из войны. Да. Вы не можете мне провку отдать у Бурги тут одну? Слышь, потом... Не понял, что-то здесь в Венгрии делает. Сейчас не тот момент, чтобы сейчас провки делить. Витя здесь? Да, я здесь. Черта, а? Блин, Вить... Стоять, Польша! Вить, я до 20 счета смогу выйти из войны, верно? До 20, да. После 20 уже придется что-то отдавать. Повстанцев, а? Твари. Все забрал. Приходи в провинцию Баройс, приходи. Иду. Австрия в Бургундию. Флоренция и Бавария в Неверс. Я сделаю тут один кораблик, чтобы побыстрее все это было. Флоренция... Где Неверс это... Который... Блин. Встань в Берри, хорошо. Флоренция в Берри. Бавария в Неверс. Твою матушку! Как вовремя ты... Витя здесь? А что там? Да, я здесь, не матерись. Вить, выйди, пожалуйста, можно? Ну, блин. На минуту выйди, пожалуйста. Дай парню выгонять. А что у тебя? Чё ты там? Это человеку попадите, пожалуйста. Выводите Бургундию, выводите из войны, ребят. 25 всего лишь. Витя, передайте мне провинции. Не, кидайте ей минимальный стабхит, чтобы у неё... А, нет. Зачем минимальный? Да, максимальный. Зачем? Мы быстро сейчас захватим. Ты хочешь... Помнишь с Матвеем? Вот он примет и все. Не, ребят, сейчас просто дело в том, что... Не, так вы же не Испании. Вы кидайте Бургундию, если вы ее выведете, у них пол армии бургундской. Так а мы из Бургундии сейчас вернем провинции, понимаешь? Я еще провинции не вернул свои. Окей, давай. Нам полностью Бургундия. Кто поставил паузу? Польша на 24 выходит.
смысле, Польша на 20 счетов выходит. А в стапхиты 18, я могу просить провинции, провинции просто забирать? Что, Коль, что ты говоришь? Если к 20 счетов будет подходить, я выйду, скорее всего. Хорошо. Ну, я посмотрю там по ситуации. Я вообще могу сейчас вернуться вместе с тоном и добьем их армии. Да, ну серьезно. Я знаю. Ребята, как этих тварей заставить уйти, а? Тевтон, иди в этот, в Австрию. Зачем? Ну там 12 тысяч усаживаться. В Австрии? Угу. Окей, веду. Но я сейчас буду выходить из войны, у меня почти 20 счетов. Я сейчас попытаюсь прийти, но не успею. Мне вроде стоп-хит можно кидать только с 50 счета, так что надо 50 набирать. По правилам, если у тебя 20% счета есть, то они могут из тебя уже 20% счета взять. А там 12 смысл? Испанские в Бургундии одни стоят? Тут смотри, даже одну провинцию мне вернуть уже... Да, давайте разобьем эти 12 тысяч, я думаю, все-таки они реально одни. Да, нападает только Польша и Франция. Только я иду. А я могу вперед на одну провинцию пойти? Нет, там другие 12 тысяч. Ребят, я сам справлюсь, не идите туда. Франция и Польша нападают на 12 смотри, тысяч. Смотри, слышь, я могу 1300... А точнее, у меня есть армия по моль. Я сам посмотреть. Нападу, задолбали. Ребят, захватывайте, захватывайте. Смотри, я могу посмотреть. Забейте пока на нас. Поляк пока я живой, ему не надо выходить. Смотри, я, Осман, у меня 15к бросают ГО, я пойду касту захватывать еще. Ну, Астрия, давай, иди. Вам хотя надо... нет, Астриак, ты понимаешь, что... что... Ну, у них не знаю. Больше. Тевтон. Все, да. У тебя уже это 16 счета, давай выходи быстрее. Все войска Бургундии сейчас в Польше и Швеции. Хорошо. Кстати, это хорошо. Франция. Зачем тебе кто-то выходить, понятия не имею. Я забираю субсидии. Я так информирую на всякий случай. И Польша тоже. Сколько уже с Бургундии счета, Франция? Плюс 6. Ты серьезно? На полном серьезе. Мы контролируем почти... Ой-ой-ой. Восстание, поляк, твои восстания это просто нечто, это лучшее. Причем повстанцы мои, что самое интересное. Поляк, не убивай, хай ты нравится, что хотят. Да ладно. Сейчас еще и обратно все отвоюют. Давай, хай забирай, да и все, что ты хочешь. Поляк, вообще исконно польский. Поляк, я бы на твоем месте, если они сейчас захватят твою столицу, тебе будет жопа. Поэтому думай. Мысль, почему у меня есть... А, это вот эти? Это еще хорошо пока, что они этот, мое... Бургундию, как можно быстрее захватывайте Бургундию и рвите ей попень на британский флаг. Они у меня крепости. Австрия, у тебя не были подняты крепости? У меня были все крепости подняты, они ее взяли просто. Штурмом или как-то так. А, и уходят. А он не успеет. Он не успеет, я догоню его. Не успеет, он не успеет. Я его разобью сейчас. Да он уже ушел. Он уже ушел. Да разве, он не смог, он не мог сесть. Как он сел так на корабль быстро? Ну вот бит это провинция. Не повезло. Да, что, по как... флоту мы, конечно, уступаем. А как он так быстро на корабль сел, Алёша? Алёша. Ну, на корабль садятся быстро, а вот с корабля... Сейчас Париж отбили, аллилуйя. Осман, отделись им, да. Тысяч пушек и приведи ко мне на осаду. Это Польша говорит? Давай поменяемся. Да. Мы... Ну, подводи. Какая Швеция красивая. Нормальная Швеция. Я вообще тоже давно видел, но... Смотри, сколько войн в Швеции для начала. Я тоже это видел, когда Москву оккупировал. Мы тупо теряем реку-то, Польша, уйди. Стоять! Польша, передай все провинции в Франции, если ты будешь выходить. Я не буду пока. Но все равно передай. Передай. Пожалуйста, уйди с осады. Ну реально, мы теряем реку-то тупо. Краков берут. Так, надо посмотреть, что ж Бургундия думает по поводу такой ситуации. Так, что там Португалия говорил? Скоро буду выходить из войны, потому что мою столицу захватывают. Так, здесь мы в логове Испании и Бургундии.
Тивец. Что там такое у тебя? О, жаба, сорян. Да ну нахуй. Ты победил. Агадес. Агадес, охренеть, Витя, знаешь, что если я возьму сейчас с него провку, у меня бомбанет гражданка. А по гражданке выделится половина, блин, моей страны. Топ. Почему половина страны выделится? Потому что эти беспорядки 10-10, и, короче, у меня и так сейчас вот это кабелийские, потом будут эти триполитанские. Хорошо, ну. Ну, короче, всю Америку выделят. Топ. Всю Америку. Ну, понятно, куда ты хочешь уехать. Никуда я не хочу уехать, я хочу уехать домой. Твой дом сейчас постепенно превращается в протестантизм. Серый болгар... нет, извините. Спасибо, Тефтон, Витя, что позлорадствовал. Англию допал снизу. Тефтон на юге, слышите? На юге Польши. Где? Я иду, как могу. Я тут через жопу так получается идти, через Богемию. User joined your channel. Братик, он быстрый. Он сейчас пишется под кулем. Англия, на тебя единичку кстати. На второй крепости. Он тебя шотнул, да? Блин, там у нас все как горе. А. User left your channel. Короче, не знаю, попробую перехватить где-то. Швед, раздели армию напополам, бери вторую Тевтонскую крепость. Ну и чё, мне брать Вестон? В принципе, прирост очков 6-6-9. Милитарички не будут спакать. Англия, иди в ту пробу. Куда иди? Иди в лоб. А, заебись. Куда туда? Да-да-да, вон туда. В крепость, куда Тевтон нападает. Ну хотя стой. Он не ее шотнул, понимаешь? Я подхожу. У него там 25к, у тебя 21. Стой. Я уже ушел. Да нападал бы туда вообще. Возвращайся обратно. Вов. Вов, иди. А, Англия, выпускаем. Пустили. О, нет, не упустили. Все, убиваем его. А, поляк снизу пришел. Короче, все, война официально слита, мне кажется. Пятнадцать тысяч реакционеров сейчас восстанут, у меня 9. Бургундия, подожди, у тебя как-то женская, да? Нет, у меня просто претенденты, король Лима. Не, если бы у тебя сейчас была гражданская война, это было бы топ. Ну, короче, все, блин, свели войну. Предлагаю сдаваться. Пойдем. Ой. Сдаемся, да? Хз. Подожди, не, сейчас я банк. 10 лет потом посижу. Или чё, не надо? Ты чё, блин, у меня вся страна оккупирована. Осталось купиться, все дела. Сейчас выиграть мы уже не можем. Старший, да.
Швед, иди к моим 2К. Только единичку оставь на крепости. Иди к моим 2К. В какой крепости? Илья. Которая ниже. Вор. Потом поможешь реакционеров подавить, или тебе реально плохо сейчас? 11 займа. Пиздец. Процент по займам 18. Чё-то тебя помотало. Вообще. Да. Капитулируем, не? Давайте, капитулируем. В мирные переговоры идёте? User left your channel. User left your channel. Какие крепости? Ничего матюкаться так, фу. Вы неадекватны, да, что ли? Какие крепости? Кто капитулирует? Я капитулирую. А ты какие кто? Какие крепости, алло? Бургундия. Испания капитулирует, все. Капитулирует? Да. Не, ну сначала капитулирует Бургундия. Ну, да, нет, Бургундия не капитулирует. Нет, 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 тихо. Больше 20% счета, да, у Бургундии. Мы можем брать все, что захотим. Ну, ай, ну, может, я капитулировал, вы сейчас с нее взять ничего не можете. Нет. Я капитулировал, вы сейчас с нее взять ничего не можете. Не можете вы сейчас ничего с нее взять. Пошли. Я капитулирую. Можно я тогда поговорю? У нее больше 20% счета. Народ, давайте вот... Бургундия, Испания, Франция, я, Дима, Витя, мирные переговоры, все. Франция, да, переходите в мирные переговоры. Давай мирные переговоры. Франция, принцесса, выиграла в споре. Дать одну. Франция. О, перемирие. Интересно. Где Тайла? Вы можете с мира с Испанией брать мои территории в том числе. Вить, перекинь Тайла. Хорошо. Что, Испания капитулирует? Да. Ну все. Нет, вопрос Испания. По правилам. Можно кинуть Тайла? Да, возьмешь ты ничего с Бургундией. Дайте, пожалуйста, задать вопрос. Дайте мне поговорить. Не вы не можете Нет. ничего взять с Бургундии по сепарации, все. Если Испания капитулирует. Но вы можете... Все. В договоре с Испанией взять провинции Бургундия. Все. Ну все, Франция, бери, что ты хочешь, там, возвращение своих, там. Ну, блин. Франция 100% с Испанией может взять, в том числе и провинции Бургундия. Все, Франция, кидай ему мир, давай. Подожди. Дай этот... Если надо, еще почему, что надо говорить. Передайте посмотреть, все что? Провинции Франции, передайте User все провинции Франции. Может, пускай он закончит вассализацию еще этого? Брабанта и Тардена? Вы их не оккупировали, а вот... Да, я понял. Он не может, я понял. Так, мои национальные, какие мне они были? Да пофигу, бери все подряд! Тебе... Не давите на Францию, пусть она подписывает мир. Во-первых... Тихо, во-первых, тебе нужна граница с Австрией, это во-первых. Так граница с Австрией? Да. Навару, Флоренция. Во-вторых, смотри, бери ты ТЦ-шку в Бордо. Это по-любому. Угу. Потом, в-третьих, мне кажется, тебе этот шампань надо вернуть эту. Ну тоже ТЦ-шку шампань. Шампань слишком дорогая она будет. Не, вы молодцы, поэтому еще тебе берете что? Удачки. Хотя, блин, нет, не знаю. Бери по количеству провинций. Бери, да, все, по количеству провинций. По количеству, да, по количеству. Верну все свои провинции. Ну, бери свои провинции. Да, сведению, возвращение дороже, чем оккупация. Давайте, думайте. Навару верни, претензии, если я. Вот разный. И дата. Смотри, я беру. Если ты оккупируешь те провинции, на которые у тебя есть, как порт, думаешь, тебе смотри. Все равно национализировать не надо. Да. Что? Ну, именно потом, если я их оккупировал, то они мне возвращений нет, да. Их только можешь забрать. Да, смотри. Но все равно ты национализировать их не надо, все равно. Ну, да. Смотри, я забираю, видишь, 3 испанских внизу.
Да, да, национальные да. мы. Там да. выше, которая бургундская, да. и две рядом, которые тоже с испанской. Хорошо, и сколько счет это? Это, можно сказать, 90 счет, и я еще могу забрать на 100 счета. И этот, выплата репарации, как думаешь? Возьми выплату репарации. Нет, нет, все. Нет, нет. Навары, верни провинцию, дай провинцию. А, верни землю. Ты обещал. Что, ну да ладно, да, бери землю. На Навару у тебя нет. Навара слишком дорогая. Есть у него. Бери чего-нибудь. У него претензия только. Смотри, Навара 23 развития. Сколько она счета еще? Посмотрю. Нет, да не берите. Навару вы не можете взять, потому что она не флоренская национальная. Вы можете только возвратом брать с меня провки. Так, я ее не могу взять, да? Навара испанская, они против Испании воевали, ты причем? Речь о двух, но Новара есть и Навара. Новара. Вот сейчас речь о Новаре. Вот, но я не могу тебе дать ее. Давайте речь уже мир заключайте, и пусть это папа Флоренции Австрии выполняет свою часть договора. Смотри, одна Навара будет стоить 50 лет. Не слушай ты эту Флоренцию, не слушай. Все, ладно, плевать, хорошо, не нужна мне Флоренция. Потом мы тебе отдадим ее. Вы не можете взять Навару, еще да раз. Все, да, все, мы не все. Берем. Все, ты кинул мир, ты кинул да, мир? Да, кинул. Ну все, Тейла, принимай. Тейла, проверь там, чтобы все нормально было. А не может быть больше то счета, что тут проверять? Они могут отдать мои провинции завоевания, например. Ну, а он имеет право подтвердить этот мир. Австриец, можешь тебя на 5 минут? Да. Да, сейчас я войска выведу, чтобы у меня повстанцы не разбили кастильские. Поздравляю с окончанием этой войны. Что? Папа, возвращай две провинции Неаполю. Папа здесь? Это сейчас Осман, мы сейчас я поговорю с ними, и все будет. Ну пошли вместе. Хорошо. Осман, где мои провинции? Скажем, пошли поговорим в отдельный канал. Зачем? Торин, пошли. Кто куда? Торин, бегай, зачем? Туда, пошли. Кто? Торин, зачем? Торин. Какой User left your channel. User left your channel. Какой провинции тебя? Лёша. Он хочет с тобой поговорить. А куда идти-то хоть? Не знаю, куда-то он пошёл. В одиночество. В империю зла. А, да, уже пошли. Топ. Все, можете расходиться. В смысле, я могу ТСшки забрать? Ну давай. Фу, какая уродская Франция стала. По-моему, Илья обиделся. А что случилось? Испания выиграла? Меня тупо... Ясно. А что такая уродливая Франция стала? Синяя капля. У меня сейчас в прошлой катке ненависть к этой стране. Да, кстати. Тут у меня память не теперь. Сейчас посмотрим, как Тайла Испания. Будет вырывать свою Испанию. Гранаду. 680. Пусть пытается захватывает. Я не буду пытаться. И зачем ты протестантизм брал? Даже католичество 10 БД дает. И чё? О, а сейчас религиозная война еще будет. А знаете, что религиозная война-то минусов не дает? Знаю, я с ней жил на Швеции почти лет 50. Причем из-за того, что было бедствие, то у меня не было других бедствий. Я держал сословие на 90. Круто. Кстати... А потом дальше. Она закончилась почему-то. Наверное, перекатились в провинции. Она еще плюс одну стабильность в конце дает. Ага. Кстати, Кюльм что-то разросся так. Я его вообще не вижу. А он, я думал, он бегал будет играть. Да, ему надо опять коалицию нагреть. Ребята, а Любик еще живой где-нибудь или нет? Нет. То есть игрок все, да? Любик у Англии, там не было игрока. Он был на Кёльне, на Баварии, на Тевтонах. А, ну, мне казалось, на Любике был игрок. Нет, там либо Бавария, либо Любик на выбор. В смысле, Кёльн, либо Любик.
Ассет ушел. Баварец еще какой-то пассивный. Ассет ушел, да? Ассет давным-давно свалил. Я понял, там что-то. Как там другой сейчас? Устал. Илья. Ты будешь пускать Эфиопию в колонии? Да, Эфиопия. Эфиопия есть такая страна. Ее Англия не пустит. Ну, я ее Англия, аутист. Смотрите, Синар появился. Илья, ты будешь давать вестернам? По-братски. И тишина. Вот так я тебе вестерн даю. Да ты-то понятно. Как вы быстро договариваетесь? Сначала спонсируете врагов, а потом предлагаете вестерн. Зачем? Витя. Кто еще раз? Мы вообще-то Матвея спонсировали. 12 монет, только с Варантикус. Илья, что ты спрашивал? Витя, прикинь, я живу на иностранных капиталах. Еще и обижаешься. На кого? Матвей, ты знаешь, что это значит? На мой он капитал живет. Ты зависимое государство. Возьму просто и уберу свою субсидию. Поздравляю! Ты пошутил, Станислав! Это было не шутка, это был серьезный разговор. Ты смешно пошутил, давай посмеемся. Матвей, ты молкаешь, или я отнимаю субсидию. Ты вассал Виджи Нагара, смирись с этим. Виджи Нагара нету, это Бхарата. Да, Матвей, свыкся с этим. Я ж не вижу, значит Бхарата. Вот это смех. Он не сможет его вынудить, у него ж перемирие. Да. Ну ты его вынудишь, сводишь меня, примиряй с ним. А, я вынужу тебя? Да. А ты не можешь ему стоп-хит кинуть? Нет. Так у тебя 40 счета. Ну так 40, мне хотя бы не разрешает. Хотя бы там деньги или что-то. Да проверь, должно хватать. Почему мы проигрываем? Я не знаю, потеряет, нету. Вот еще раз. Ну нету ничего такого. Не я белый ему кидаю, и даже на пробку самую на 2% все равно. А ты не вытащишь? Да, походу, ну, нет, мы так с венграми посажались, и мне кажется, что нет. Они еле-еле что-то. Да. Давай, короче, я пока буду улучшать, а если... Ну, если что, мы да. Если вы Дима, 86 дней прошли. Я не могу, мне надо улучшить со Швецией отношения. Блять. Вот, короче, я пока улучшу, а если там вступятся все они, и вы не будете тащить... Да, чё ты не вышел-то? Было, не, лучше улучшать сейчас, потому что у них там ну, я сейчас дипломат. Ну или этот, спросить я у Тайланд будет за Швецию воевать, если нет, то мы затащим. Саша, а сколько у тебя счета со Швецией личного? 42. Слушай, а мне кажется, Тайланд не будет воевать, у него восстание, там целая куча этих еретиков. Ну мы пока воюем. А Бургундия у него... Витя? Ну что? Бурга это его вассал. Чего? Загляни к Санга. Бурга чуть не вернулась своим исходным. Красавчик Сангай. А что тут у Сангая интересного? А вкладка технологии. А чё Сангай такое здоровое? А ну, меньше. Субсахарская. А что вкладка? Красава. Вестерн. Я так тоже хочу. А, он вестерн. Ура. А сколько у тебя стабильность? Минус 3. А не упала? Или ты поднялся стабильно? Ну, она упала, но сейчас только. Понятно. Кто боги? Остатки пацаны, так. Осман, блин. Где мои провинции, Осман? Где мои деньги? Нет, ну какая одежда. Пацаны, я снимаю, пацаны, народ, я снимаю Сусана Вассалитет и это... Эфиопия, мы с тобой рекламу опилим. А ты хоть помнишь, что ты сейчас взял и сказал? Мне Каир! Иди нафиг тогда. Вот же гнида, а. Понятно, Вань. А! Ты взял и сказал, я беру и снимаю с Османа. Ну да, с Османа вассалитет. Вассалитет, всё правильно. Ага. Ну все правильно я сказал. Ой, блин, Осман в твоей вассальной зависимости. Ты Осман. Я знаю, я все знаю. Я Осман тоже. Блин, это пипец какой-то. Все Осман, да? Все Осман. Нет, все Осман, только я и Лёха. Чё там? Вот да, остальные не Осман. Да, да, да.
Ты посмотри именно, нажми на войну и посмотри именно на свою страну, наведи там в войне, посмотри, сколько именно счета. Помоги, помоги мне тоже провести вот такую махинацию с вассалами. Смотри, у меня Валахия присоединяется в 32-м, а Босния в 36-м. Как мне сделать, чтобы Валахия позже присоединилась? Или Босния раньше? Забей, это не выйдет у тебя. Это надо, это надо планировать до того, как начинаешь аннексить. Понятно. Ну ладно. Ты просчитываешь, что делать, чтобы они в одну дату. Видели, как польские кони шотают? Да, я сипах взял, у меня термочка в лире 20-ка. Не, ну вот мне понравилось. Тебя не понимать. Битва 150 на 170к. Швецию захватили полностью. Да, битва была красивая. Это было жестко. Очень. Да. Я ну, тебе все... помоги ему в этом свете. Я теперь 70 тысяч держу. Они когда поляк мне пропустил. Ребят, у меня все равно два займа, твою мать. Когда в этой войне они пошли захватывать меня и Польшу, я просто по одной армии полностью выпилил этого англичанина из Польши. Да, я видел, это было тоже круто. Таня. Да. Кидай эти стабхиты, ну, потому там что стабхиты не выходят. Алло. Народ, вот кто сможет мне денег дать, потому что реально два займа. Два, у меня три. Ты мне, кстати, должен, ты помнишь? А чё я так в минус пошёл? Стукало... О, спасибо, спасибо родненький. Нагайд спонсор мирового османа. Спасибо, спасибо. Жаба. Ты ж помнишь, что я... Да, что такое? Мне надо выходить. Друзей своих помню. Это нам кто? Да. Я надеюсь, да. Наш это француз. Выходит. Мы не сможем дальше продолжать игру. Это кто? Ну сегодня только. Франция. Вам придется подождать 12 минут. Пусть это Франция, тогда вы пусть готовы? Это да, Австрия прямо сейчас тогда даст хорошо. Венецию. Хорошо, сейчас. Я, короче, сейчас я там с ивентами и этими повстанцы прямо сейчас разберусь, я там. Ну это в течение 12 минут, чтобы Венеция была у меня. А то что? А то я больше за вас никогда не вступаюсь, и все. И в следующую пятницу и нет, прямо сейчас я объявляю войну, прямо сейчас. Смотрите, мы вроде бы честно добросовестно. Смотрите, мы честно добросовестно. Тихо. На жопе ровно. Так, тихо, одну секунду. Мы честно и добросовестно за вас отвоевали, поэтому давайте да. Будем. А мы все, за это сейчас все будет, подожди. Все будем держать договора. Хорошо. Все, вроде, все отлично получится. Франция, я думаю, вообще самая довольная из всех. Санк, тебе да, я вообще не верю. Че? Мне нормально. Так, ребята, да, тихо вы. Дайте человеку сказать нормально. Тебе идет Венгрия. Пусть идет. А почему по это? Вы ее захватите, а порта самая все. Такая, самая вольная, чуть я не. Порта, а что там у тебя произошло? А? А почему ты это? Ты а это что, получается, Франция и Австрия не будут брать протестантство? Ну потому что они говорили то, что они типа. Отступай. Ну... А, независимость, типа поддерживать, все такое, и в итоге, ну ничего не было. Не успеем. Да, ваншот. Баба. Аллах баба. Аллах баба. Серый. А ты ко мне сможешь подвести войско? Фак, я ухожу. Иди, опять иди на клиент. Османскую территорию. Да я просто тютелька в тютельку ухожу. Красава, ты уходишь. Один день разница у нас, охренеть. А они... 18. Не-не, уходи в Орду, Сань. Ой. В Орду поздно. А ты сам твой тут? Спасите. А я не понял. Все, тебе повезло. Осман. Не? Осман. Да. Не. Я не могу не из-за того, что я теперь не стою. Давайте объявлю войну и потребую Венецию, и все. Да сейчас. Либо продаю, да, либо... Это престиж, это престиж. Не-не-не, не надо. Так давайте уж как-то продайте, договоритесь. Но... Венецию, ну, твое. Давай, Австрия, за сколько ты хочешь ее? Не, ну смотри, да, война это... Так, отдать, я не могу ее продать из-за того, что... Нет, так ты смотри, это зато у тебя у нас продлится перемирие, это тебе ж плюс. Угроза войной, да, осман... У меня тогда подождите, угроза войной осману за Венецию.
Да, потом он берет и переправляет столько-то там монет за эту Венецию. Все. Нет, ни одной монеты я не отдаю за Венецию. А, ну даже так. Мне без разницы. Я просто узнавал. Так, Венец... Все, хорошо, я сделаю угрозу войной. Хорошо. Так вы решили, там мирно, все тихо у вас? Да, 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 мирно, все тихо. Блин, это что, у меня Валахия не сегодня присоединится? Расслабься. Я тут не сегодня еще войну со Швецией закончу, а ты про Валахию какую-то. Да. У меня Валахия 90, а Босния 71%. А, Стархит уже может тебя Швеция, если что. 50%. А, на 0%? Я ради этого столько воевал. Откидываем. Ну да, мы уже там сейчас, там может приплыть еще это... Ой-ой-ой, по-моему... Ребята не знают, но никто не приплывет. Я с тобой. По этому испанцу Мастон выйдет, и у вас счет поднимется. Я не думаю, что он будет поднимать. Либо он сейчас, наверное, злой пипец. Нет, ребят, сейчас Венгрия выводится. О, неужели я Китай? Лови меня, Китай, лови. Ты умница, Саня, просто умница. Что такое? Да, да просто! Сейчас это... Нас... Меня вообще там шокнули. Сань, ты там... На стоп-хиты тебе не хватает еще? Хватает. Завтра мне опять нужна твоя помощь. Дим, я тебе рассадки полностью вижу твои земли. Ну, отлично, я твои давно полностью вижу. Позвоните... Ой, позвоните. Когда договор о островке османам? Пошел я на это, братья, воевать с Йеменом. Давно я с ним не бывал. Пора пилить мишка. Так, ну давайте посмотрим, как себя чувствует... Ну, потому что... Испанская империя. Да. Потому что я не захотел терять больше ничего. Красавчик. А, стреляешь? Но у него... Нет, я высажусь, бля. Додик. На 3 дня я вы, блядь, Додик, чувак, что-то... На то, как Осман Косточный говорит, на то, как Софи сливает, и на то, как наш самурай матерится. Я не твою мать, блядь, 40 косарей ебучих повстанцев. Ёб твою мать. Это Матвей Матвей не тащит. Подписывался, блядь. Самурай самый адекватный и тихий человек в этой паре. Что стоим? Ждем, пока нападут. Куда нахуй? Меняют субсидии, заеби! Самое смешное, что это все. Спасибо, бля! Да, Витя всегда в самый нужный момент заходит. Вот Матвей сидел себе спокойно, Вити не было. Матвей тиханул, Витя был. Бывает! Да, я говорю, он провокатор, он провокатор. Здесь много человек собралось, кстати. Да, блин, Матвей, но ты реально перестал быть выгодным вложением. Первый займ на гранате за ее историю. Австрия, ты что здесь забыла? Франция. Франция, как это. 15 тысяч лет. Кто-то уже три банкротства пережил. Какого хрена вы все здесь, ау? Австрия, это шутка. Франция, банкротство. Смех классный. Что? Ваня, ты что? Достоин. Не принимайте условия. Что ты здесь забыл? Я кто здесь пришел? Забыл? Да нафига, идите отсюда. Матвей, пойдем. Ну, не, подожди, БД. Если вы зовите, то идите куда-нибудь другое. Ой, они сами все нападают. Ну вот, все не так плохо. Ебучая Европа универсаль, что может быть лучше, чем эта игра? Ваня. Я посидел ровно на три волоса. Я вижу, тебе так удачно Неаполь вернули. Я аплодирую этому. Да, нет, мне сейчас Венецию дадут. Ты уверен? Да. Ты уверен. Распилите Османа, пожалуйста, он слишком нами. Ты что, надеешься? Внутренний распри. Ну, Итан, сейчас увидишь, мне Венецию дадут. Так, Осман, тихо, я хочу. Не будет у тебя внутренних распри, у тебя будет гражданская война. Осман, дайте флора продавать. Нет, она не набирается, ведь. Когда тебе флора острова продавать? Я ее остановил своими силами. Флора? Флора не знаю, но Венецию я получу сейчас а через внутренний пару месяцев. Да его, пошли. Ваня, можешь не орать в реале? Хорошо. Если вы шарать, то... Да уберите его, пожалуйста, я отсюда. Что вы с Панской? Ну, Батвей, я думал, мы с тобой братья. Пошел нахуй. Осман, Австрия соперник твой.
Как ты Матвей. Добавим сейчас там, где мы отдельно играем, и потом мы там поговорим. Ой, день матерщины просто какой-то. Завтра мы будем играть сами для себя там партия. И там уже решим, кто командир и всякое такое поговорим. Чтобы, ну... Австрия, тебе завтра не будет. Что еще раз, Австрия? А союз кидать тебе? Кто? Ну, Флоренция. А, ну смотри, как хочешь, в принципе. Меня завтра не будет. Ну, потом еще поговорим, все равно. Да, наверное, компьютер. Не знаю, что делать. А как ты умудрился перекреститься обратно? Или ты сам так сделал? Я сам принял. Там шансов много было. User joined your channel. Все за тебя. Да тоже просто на сейре были и все. Ладно, я пойду по карте, осталось еще. А то совсем долги уйду. Бургундия, покупай провки. Какие провки? Мои. User left your channel. В смысле? Зачем? Да я устал аутировать. Не, я серьезно, не какой раз нас уже пытается попилить весь? Да просто потом все равно они будут между собой воевать. Виктор, да. Осман выполнил свои условия, дал там что-то? Ну, папа Астрия ему что-то отдали. Да ничего еще не отдали. Еще пока нет, но они вроде договорились, что отдадут. Да. Но если они киданут, вы сами понимаете, это будет раздел в Центральной Европе. Вам на руку, если бы они не выполнили свои обещания. Да просто в любом случае они будут воевать. Осману нужна Вена или другие города. Осману, короче, все нужно. И в любом случае они будут воевать. А если они выполнят, то они, по сути, только... Ну, они и с этой войны с нами приобретут для Франции провинции, а для Османа как бы потеряют, и в итоге останутся на нуле, что для них не очень хорошо. И если они не выполнят, то их просто с двух сторон будут пилить. То есть, алло. Не знаю, алло. По-моему, в любом случае... Меня Кёльна получила. Витя, а кто сейчас на третьем месте? Сейчас скажу. А это четвертое место спрашивает? Да. User left your channel. То есть ни Испания, ни Франция, ни Бургундия, ни Австрия, ни Тевтоны, ни Польша, ни Золотая Орда. Ни у нас месте. Даже Мин на втором месте. Ну там на первом, значит, османы. На первом османы, да. То есть там кто-то в Азии на третьем месте? Так, это ты спрашиваешь Англия на третьем месте. Ну, сложный вопрос ты задал, слушай, надо найти. Ха, Папская область. Лоу. Ничего себе. Но он растет хорошо. 0,745 сотых. Ну да, я вижу. Тысячных, точнее. А я сейчас после войны перестал расти. Ну ты быстро себе вернешь, у тебя все равно будет рост за счет колоний гораздо быстрее, чем у него. А потом выебали Португалию, блядь. Так. Вот куда не захожу, везде меня встречает какое-то острое словцо. Зашел просто удачно. Видите, я за 3 часа продвинулся от вассала до марки, это уже успех. Ты теперь марка, да? Да. Дай мне мои национальные профки. Да иди ты в баню, Руся, ты меня задолбал! Сказал тебе нет! Ты не слышишь? Я сказал тебе нет! Не, пофигу, дай мои национальные профки. Он будет тебя ковырять, пока ты ему не дашь ему его национальные профки. Чувак. Их всего, сука, две. А ты видел, Даню? Да мне по барабану то, что их две. Я тратил одни. Их три, осман, они не тратятся, ты просто не дали. Так, а что у нас здание? Осман, не нервничай, дай его мне и все. Да у меня горит уже от него, реально. И все будет нормально.
А, все. Ты имеешь в виду, что Дания у нас свободна, да? Не-не-не, плюс 3 провинции к Дании прибавилось. Саня красавчик, воевал. Вот за дедов вообще воевал. Ну, ты да. Имеешь в виду шведов? Испания за дедов. Да. А у не, Флоренции... Ну, Золотой Андат отвоевал у шведа. Давай. Ну, давай. Вы рядом на Жолову, посмотрите. А, они заключили перемирие, молодец, Саня. В Африку посмотрите, что же. Алло. Чё в Африку смотри, там он в Флоренции стоит. Они ну, стали, да. Профки, они давай. Кочевать. Господи, Руслан, что не такое? Руслан выдавит пробки. Так, ну ребят, ну вот теперь надо... Еще потом с Матвея выдавлю. Кое-что другое надо будет еще вернуть, если вы помните. Там мы все помним. Москва. О, господи, у Орды опять популяристы. Нет, ну, Орда, мне война такая хорошая была. Особенно так, а ты, Лёха, с кем у нас в союзе? Ни с кем, да, сейчас? Ну, пока ни с кем, а что мне? Да блин, игра сворачивается постоянно. Ну, а отношения у тебя с Золотой Ордой хорошие, да? Да, в принципе, с кем угодно могу улучшить. У меня союзники все те же. Посмотрите, какой король владеет Венецией. Вот посмотрите на это. Ах, кто это? Это я. Где мои пробки? Блин, он меня бесит, пацаны. А разве... Не заходи, да, беги от него. Даже если ты меня распилишь, все равно нет. Витя, теперь это, скажи, Тайло, можешь посоревноваться со мной в развитии? Давайте так, в следующей партии, в следующей катке вообще запрещено будет брать игроков вассалы. Потому что если будут попадаться такие, как Руслан, или такие, как наш Португал, то они просто всю партию развалят вот своим напором или с ним инфы. Теперь Марка, не надо. Вот эти вот вассалы и Марки, они реально могут выесть, как термиты все изнутри. Вить, сколько в развитии Тайла? Пожалуйста. Дом! Я заанаксил эту хрень, наконец-то! Да фак, Москва. Очень немного теперь. Молодец. Ну как очень немного? 680. А француз так-то поднял. Короче, Осман, если хочешь его обогнать, то тебе нужно воевать за освобождение Португалии. По факту мы 3 войны выиграли за этот съезд. У Бургундии, у Испании и у Швеции. Я все войны выиграл. Ну конечно. Ты там сомневался. Банкротство во имя строительства. Я там такие войска поднимал. В ноль рекрутов, да? В ноль пехоты, конницы и артиллерии. Слышь, у меня вообще тут 3. Вот, Осман, я тебе говорю, провки мне не отдашь, я тебя в следующей партии припомню. Давай, Русь, удачи. Да хана тебе. Мы тебя с Испанией разбилим, понял? Да. Так как приплыву там... Мне и Матвей, и Тайл обещали то, что они меня в этой партии... Я тебе говорю, я сяду с начала партии, хана тебе. Да. Да, но это будет следующий... Язык не прикусил. Это... Да. Да. Ну короче, да. Да. Короче, даешь пробки, да? Да. Нет. Ребят, Англия обиделась и кинула меня в соперники, представляете? Блин. Такую мало. 25 монеток, ребята, спасайте. Жалко, 32 пробки. Что ж ты за жмот? 25 монеток для меня это уже состояние. О, все, спасибо. Серьезно, Порта, все, спасибо. А какой у тебя этот, а? Охота, удивительно. Пацаны, а давайте уже заканчивать. Это у меня? Да. 0,57. А, ну... Это у меня потому что армии 3, а так было 0,88. А, не, у нагайца было еще меньше. Обрадую тебя. У него было 0,05. Да ладно? Нагайца.
125 подношений сделали, вы чё, ребят? Куда мне столько денег девать? Мне дай, дай Осман, у меня еще. Дай мне, у меня еще за. Не давай этому этой твари, это мои деньги. Слышь, ты вообще мне дань должен платить. Пошел нахуй. Выплачивай займы и колонь, колонь, колонь. Осман, он мне выплатил дань 125. Все, пошел нахрен. Ты охренел? Видите, что это, видите, что это за вассал такой? Я говорю, вассал вассала поддерживает. Все, Марка нет. Марку, по факту. Красава. Нет, все правильно делать. Вот, Осман, освободишь меня от Испании, тогда я тебе буду дань сам платить. Да не, нахрен, лучше это, ты мне от провки отдай. А мы потом с тобой в Южную Америку переедем. Я все продумал. Будете смотреть на закатное солнышко и вспоминать рабское прошлое. Да-да-да. Не, ну ты знаешь, я лучше там посижу, чем вот так. А тоже мне, Спартак. Давай, давай, так кого-нибудь туда сидишь, переедем. У тебя от шока к прорыву. Ну. А потом мы Бразилию завоюем, поднимемся и всех там, блядь, всю Европу нахуй. Народ, 75 тысяч! 75 тысяч! Поздравляю! 21. А 20-20. 30, что дальше? Ну, по-правильному 74. Вить, иди ты. Садьки, народ, давайте уже заканчиваем. Мне на завтра надо выучить 25 3 минуты и заканчиваем. Вить, 25 да чё ты врёшь, у тебя башка не такая вообще. Вань, Осман, Осман, прими этот брак, а. Хорошо. Слышь, прими ты брак. Ребят, а зачем? У меня задание захватить. Китаешь, скажи, пожалуйста. Ребят, легитимность. У меня задание вернуть провинцию Челну, а я ее найти. Да, легитимность. Просто обожаем Амбляда, серьезно. Окей. А, не, слушай, у меня будет нормально. Бургундия, заделись? Ну, заделись. Нет, мои бабосы. Я так понимаю, Илья, ты можешь построить во всех провинциях здания, да, все? За эти деньги. Да, да, да. Да, конечно. Привет, Сань. Потом я попросил, чтобы изикатка просто. Я попросил, чтобы Мрамор разобрал меня к себе. Дима, тема. Витя, увози за 100 морей и да. Целуй меня везде. Мои, я же сижу на. Да, да, да. Дайте Матвей замью, что ты тебя не слышишь. Берем, короче, 8 варскора. Я паду в банкротство. Застраиваю всю страну. Да, у вас лига за. И, короче, это. Да, лига за пись. Ой, тебе лига просто пись. Пошли выйдем. Так, ну я так понимаю, все строительство отменилось, да? Внутренний распри, самый тупейший вестник, который я когда-либо брал в этой игре. Сейчас, подожди, сейчас придем. А чё у вас закатка именно сейчас проходит? Это, на 30 человек. На 30 человек. На 29, если быть честным. А кого нет? Все вроде... А, Корея уже сдохла. Тогда на 28. А я играю в лиге, которая называется Кактус. Ой, я тоже хотел в Кактусе сыграть, но она рядом с этой там партией там Боба Орк, советую с Бобой играть нормально, типа там идеи правит, если что-то криво получилось. Крутой чел. Пересадил с Виджинагара на Бахмани. Ну я потом на стратегиям буду, ну, стратегиями буду играть. А то мне не улыбается что-то эта партия, когда меня 30 раз аутистом назвали, а я ничего... Ну, если я этот, постоянно на азиатах играю, вторую лигу уже подряд. Да, ну, знаешь, я тебе скажу, что на Азии я достаточно интересно играть. Я тебя уверяю, вот то, что мне сейчас втащили, блядь, глобально по лицу на этой гранате... Тихо. А, у вас нельзя материться, вот да? Я хочу сказать, что азиаты это лучше, чем это. Лучше, как... Крипер пол игры сидеть и пилить ботов, а потом вот кто-то а кто, вот в этой лиге ты что тут делаешь? Кто это? А кто это? Кто это? Украина. Короче, забей. Это СБУ. Ну, да, у вас есть этот в вашей лиге какой-нибудь мимоз? Мимоз? Человек мимоз, да. Бля, знаешь кто? Кто? Я. Если это в нашей лиге есть человек мимоз, его зовут Паша, он играет на Японии, и он лютую дичь сгоняет. А у меня серии выйдут, ты послушаешь. Давайте сейчас. Так, сейчас уже конец. Так, народ, останавливаемся все. Нет. Да. Ну я только разыгрался. Никаких да, я понимаю, вы уже разыгрались.
Да, я тут вообще пошел в город. Дим. Да, что? Останавливайся и сохраняйся. А что, мы все, что ли? Не, ну только Регенсбург. А может, Витя. Витя, ну как так? Испанию, подожди. Витя, Испанию на 10 лет лимит я пошел. А все это... Чего? Он пошел Илья... спать. Илья, мы сохраняемся и все уже, да. А почему? Почему? Время вышло. 11:00, все. Стоп, подождите, стоп, не заканчивайте. Да мы в войне, блин. Сейчас, подождите. Так. Вышел с войны. Заканчиваем? Да. Где мы? Надо сделать вот так вот. Ура, я персов перегнал. Все, я могу выходить? По идее. Подождите. Ваня. Я могу выходить, не надо. Сохранились? Ваня, прими. Зачем? Ну, прими. Дим, ты уже сохранился? Да. Принимай. Да, мы можем выходить, да? Все, принимай. Ваня, принимай. А где эта провинция хотя бы? Выбей ее, смотри. Ну и круто. Все, Тайл, спасибо, теперь я могу воевать против Франции. Спасибо тебе. Ты как будто в задницу попал, понял? Все, это Франции выходить или... можно? Я не знаю. Что за дело? Да, можно выходить. А, ну что-то.